Теперь они официально лицеисты. Для первоклассников Видновского художественно-технического лицея это по-настоящему значимое событие. В этом году учебное заведение распахнуло двери для 300 мальчишек и девчонок. Для малышей, для первоклассников это всегда важно, понимать причастность к образовательному учреждению, что они теперь не просто ученики, но носят гордое название лицеист. Ребята с нетерпением ждали традиционного мероприятия посвящения в лицеисты. Ведь это их первый большой праздник в стенах образовательного учреждения. Лицеист – это когда, как там, хорошие дети, хорошая школа. Что значит быть лицеистом для тебя? Быть умным, работать на пятерке и хорошо учиться. Как надо учиться, расскажи. Хорошо. Зарабатывать пятерки. Уроки сложные? Ну, какие-то сложные, какие-то не очень. Я стараюсь на пятерке. У меня никогда не было тройки, четверки, двойки. У меня только пятерки. Самые юные лицеисты ответственно готовились к празднику. На уроке музыки долго репетировали исполнение совместной концертной песни. 100 раз учила песню до того, что у меня телефон чуть не разрядился. Вы долго готовились? Как учили песню? Учили песню долго. А это на уроке музыки репетировали? На втором уроке. Праздник нравится? Да. Что больше всего понравилось? Песню петь. Это радостный день и для тех, кто уже не первый год носит гордое название «лицеист». Организацией праздника занимался совет старшеклассников. Ребята подготовили большую развлекательную программу. Увлекательный квест с загадками, викторинами, танцевальными и песенными конкурсами. Варвара Коровина была в роли феи знаний. Она рассказала, что ей хотелось показать ребятам, сколько интересного и увлекательного их ждет впереди. Главное – никогда не переживать, все будет хорошо, и если будет трудная минута, учитель всегда поддержит. Удачи родителям, терпения, не бояться, учиться, получать знания. Поддерживали малышей их первые наставники, классные руководители. Все эти мероприятия, которые мы проводим для детей, это действительно очень важно. И видно, как они привыкают, как они вливаются в эту такую, да, сложную, наверное, для них пока еще не для многих непонятную, но все-таки уже школьную, да, жизнь. Новые знания, открытия, интересная учеба, насыщенная школьная жизнь и верные друзья. Все это ждет юных лицеистов впереди. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.